В историко-культурном центре новая яркая экспозиция «Россия глазами детей». Здесь представлено более 100 художественных и более 60 декоративно-прикладных работ, причем самому младшему художнику всего 5. Классическая живопись, линогравюра, монотипия, афорты, батик, граффити, текстильный дизайн, смешанные техники – чего здесь только нет. Вы, дети, молодцы, потому что у вас буйство красок. Я вам хочу пожелать одно – сохраните это чувство на всю жизнь. Что бы ни случилось в жизни, надо очень позитивно относиться к этим событиям. Надо уметь радоваться жизни. В ваших работах чувствуется какая-то такая теплота особенная и душевность. В них есть место мечте. Я вам желаю, чтобы в вашей жизни всегда было место этой большой и красивой мечте. Студия изобразительного искусства «Фантазия» из культурного центра поселка совхоза имени Ленина представила интересные эскизы авторской одежды с декором, стилизованным под народное творчество. Нужно было не просто изучить народное творчество, но чтобы каждый выбрал то, что ему очень понравилось, и попробовал преломить через свое видение. То есть подумал, где можно это применить, как можно это изменить на современный лад, чтобы постепенно, ну как сказать, бренды нашей одежды тоже имели свое какое-то яркое воплощение в каких-то стилистиках. Свои работы также представили ученики Видненского художественно-технического лицея, детских школ искусств муниципалитета и творческих студий Центральной библиотеки города Видное. Я очень люблю писать акварелью. Для меня акварель – это один из самых простых материалов. Он очень легкий. И когда я рисую акварелью, я могу расслабиться. Есть на выставке и работы наставников юных дарований. Преподаватель Видновской детской школы искусств Юлия Остроумова показала 8 необычных ярких картин в смешанных техниках. Идет отливка из трафарета, то есть я заказывала на плоттере, на плоттерной резке мы заказывали трафаретики разные, то есть антивандальная наша поклевочка идет, и все выпукло, как видите, папоротники, тут вот попугаи яркие. Также у меня представлена работа по классическому батику. Ученики Юлии тоже отличились. Для выставки они выбрали свои картины в стиле граффити. Мы решили как-то вот взять, купить баллончики, распылить, расписать с трафаретами. Это все сделали, это было очень увлекательно, интересно. Словом, каждый гость выставки во всем этом многообразии красок, стилей и направлений найдет что-то по душе. Экспозиция будет открыта до 26 июня. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное 2.